Всем привет, с вами Катя. Вы так давно меня просили снять видео со сводчами по Mind Lime Crime. И, честно говоря, я снимаю это видео уже третий раз. И я решила, что это будет финальное. Я все-таки его выпущу, несмотря на то, что у меня выскочила дикая аллергия с самого утра. Вот, собственно, вся моя коллекция по Mind Lime Crime. Я думаю, те, кто давно меня смотрит, знают, что я дикий фанат не только матовых помад, но именно помад от Lime Crime, потому что это самые стойкие помады. Это именно те помады, в которых я уверена на все 100%. Они продержатся у меня весь день. У них настолько широкая палитра оттенков. И самое приятное, что они регулярно ее обновляют. Сейчас вот у них появились новые нюдовые оттенки в стиле Kylie Jenner. И также потрясающие просто металлики, в которые я безгранично влюблена. Что приятно, эти помады можно носить не только на губах, но и также на глазах. Они отлично работают в роли подводки. Также я видела, насколько потрясающе они смотрятся в качестве теней, особенно металлики, потому что они безупречно сверкают и держится на глазах. Также знаю, что, к сожалению, эти помады мало где можно попробовать офлайн, потестировать. Я знаю точно, что они где-то есть в европейском Москве, и надеюсь, что не убью окончательно свои губы, перепробовав все 19 оттенков. Да, кстати, у меня их 19. Мое знакомство с Lime Crime началось где-то года 3 назад с помадки Red Velvet. Это самый идеальный красный, который я только пробовала. Благодаря этой помаде я полюбила красить губы, полюбила красить именно в яркие оттенки. Они застывают в течение 30 секунд и потом никуда не деваются, то есть они не отпечатываются ни на посуде, ни на руке, ни если вдруг подул ветер, волосы ваши не прилипнут к губам, и здесь не будет отпечатка помады. Это очень комфортно. Ну и что, поехали к сводчам? Обязательно делитесь в комментариях, какой из оттенков вам больше всего понравился. На данный момент у меня есть два прям самых главных любимчика. Это оттенок Баффи, который сейчас у меня на губах, и оттенок Раси, который был на мне в видео топ-10. Кстати, у меня в видео топ-10 идет потрясающий конкурс, в котором я вам советую поучаствовать. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я вас обнимаю, целую, и пусть удача всегда будет с вами. Пока-пока.